Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Малыгин Федор. Я студент первого курса Уральского федерального университета. В наше время как никогда важно трезво оценивать текущие политические события. А для этого необходимо иметь хорошую теоретическую базу. Поможет сформировать такую теоретическую базу Красный университет Фонда Рабочей Академии. Вступайте в Красный университет, изучайте теорию и помогайте борьбе рабочего класса за интересы всех трудящихся.